Гейски, ребята, меня зовут Флайус, и мы продолжаем играть в растения против зомби. Что ж, мы уже на 4 уровне, 9 зоне, ну или наоборот, как кому удобно, и кто тут против нас будет. Так, зомби-прыгун, зомби на шарике и зомби с ведром. Угу, хорошо, надо подумать. Так, нам тут безумный Дэйв дает, ну, такие себе на самом деле растения, он нам дает, хотя с их помощью можно неплохую тактику сейчас устроить. Так, берем уже полюбившуюся мне очень рогозик. Так, берем вот это дело. И что еще взять? Стенаришек давайте возьмем, чтобы не проникали к нам враги-негодяи. Можно еще стяжатели взять, тогда у нас не будет проблем с металлическими всякими предметами у зомби. Брать или не брать? Не, не буду брать. Обойдусь, думаю, без него. Возьму, конечно же, бесплатный грибочек. Возьму вот такой грибочек. И что еще? А, ну и, конечно же, колючки, ребят. Попробуем с их помощью пройти. Ну, в принципе, думаю, у нас все выйдет. А, нет. Стойте. Надо бы еще фонарики нам взять, ребята. Фонарики. Вот так вот, теперь мы взяли. Я взял вместо стенорежка, я взял, ребята, фонарик. Потому что, ну, в принципе, думаю, что мы не справимся с этими прыгунами. Тем более у меня здесь будут только колючки плюс замедлялки. Поэтому, думаю, все у нас будет очень даже великолепно. Что ж, ребята, приступаем к стройке, скажем так. Так, ребят, ну что ж, неплохая у нас, в принципе, тактика выходит. Зомби к нам не могут подобраться, потому что их замедляют вот эти вот ледяные верхострелички. Их добивают потом либо колючки, либо рогоз. В принципе, тактика мне нравится. Буду ее использовать, наверное, и дальше. Ну, как дальше? Это последний уровень или предпоследний? Вроде предпоследний, а дальше там у нас будет игра. Ну, ребус какой-то или мини-игра. Ну, в принципе, вот она, волна. Большая, одна из многих, которую мы, собственно говоря, сейчас и отобьем. Я думаю, с легкостью отобьем. Так ведь? Небольшую, скажем, трудность возникает, когда зомби с ведром идет, но, в принципе, он особо так-то для нас не опасен. Ну, единственное, конечно, что он сейчас сожрет наш фонарик, вот негодяй. Ну да и ладно. А, нет, смотрите, даже не съел. Не успел. Вот так вот, неудачник зомби. Давайте еще пару рогозиков поставим. Там колючек надо доставить уже полное количество. Так, мега колючек надо еще доставить. Точнее, каменных колючек. Вот так вот рядочек целый. Отлично. В принципе, уже и некуда эти колючки ставить, потому что тут везде у нас бесплатные грибочки. Сейчас буду их выкапывать уже. Так, фонарик надо переставить в другое место. Вот сюда. А то у него радиус, видите, все захватывает здесь. Так он бесполезно светит. Ну ладно, что ж, ребята, продолжаем. Так, ребят, ну что ж, вот и конец уровня подходит. Осталась единственная последняя волна, которую мы сейчас очень удачно отразим. Так, последняя волна. Что тут у нас? Зомбики на шариках, зомбики на погго. И жрут наши кувшинки. Вот этого делать не надо. Я такое не люблю. Зомби проклятые. Но ничего. Мы справляемся и вроде даже очень неплохо. Так, последние зомби помирают. Ну, только, конечно, зомби с ведрами немножечко небольшую совсем сложность для нас составляет. Но это не страшно нисколечки. Так, сейчас он дойдет к нам сюда. И получит... О, записку мы получим сейчас. Так, что в ней будет говориться? Так, привет, это твоя мама. Прошу, приходи ко мне домой на мясной пирог. Оставь дверь открытой, а лужайку не охраняемой. Всегда твоя мама. Не зомби. Ну, конечно, конечно, мы им так и поверили. Так, что-то стемнело. А, ребят, я помню этот уровень. Тут во время грозы. Йети! Это Йети, вы видели, ребята? Это был Йети! Уху! Наконец-то мы его встретим! Только жалко, что в такую, конечно, пору темную. Ну, ладно, ничего страшного. Так. Так, нам тут 4-я зона, 10-й уровень, ребята. Уже не просто так все, да. И чувствую, здесь нам будет, ну, надеюсь, не так сложно, чтобы мы прям проиграли. Но, ребят, смотрите, это Йети.
Наконец-то мы увидим, какой он на самом деле. К сожалению, тут гроза, и плохо, конечно, все видно. Ну да ладно, не беда. Так, кактус, я не вижу, куда нам ставить его. Так, бесплатные брызгунчики. О, вот сюда мы кактус будем ставить. Так, это я пока сохраню. Вот сюда мы кактус, и вот сюда мы эту штучку поставим. Так, о, магнитик. Хорошо, магнитики. Давайте вот сюда поставим куда-то. И вот так вот наденем сюда на магнитик мы еще такую штучку. Так. Очень неприятный уровень. Это действительно ночь, ребята. Самое настоящее, что ни на есть ночь. Я не знаю, куда что мне сажать. Ну, я так понимаю, там я видел, будет очень много разновидностей всяких зомби. Так. И это, конечно, плохо. Ну да ладно. Ладно, не беда. Не беда, да-да-да. Так, куда мне тут сажать кувшиночки эти? Вот сюда. Так, давайте еще оденем кого-нибудь зомбика. О, вот так вот сделаем. Так, давайте сюда звездочки поставим. Хотя звездочки, наверное, лучше посерединке ставить. Это я как-то... Эх, опрометчиво слишком поступил, ну, точнее, быстро очень я не подумал, надо было действительно их посередине ставить. Ну, сейчас нам дадут побольше кувшиночек, и будем ставить вот здесь вот мы их. Так, примерно, ну, примерно я так ставлю на глаз, как говорится, не видно ничего. Вот сюда давайте, сюда, и еще звездочки. Так, мне кувшинки нужны, кувшиночки мне нужны очень сильно. Так. Ну, нам дают раздвоенные наши горохострелы. Я даже не знаю, куда их ставить особо так. Вот сюда мы ставим звездочки. Звездочки надо вперед, ребята, ставить. Там они будут себя как можно лучше чувствовать на передний фланг, так скажем. Вот сюда мы ставим магнитики тоже, в принципе, на передний план. Так, приближается большая волна зомби. Тут три волны, ребята. Ну, чувствую, будет жарко. Будет действительно жарко. Так, вот так делаем. Еще куда-то кактус нужно поставить. А, уже нет места. Ну, давайте уже так ставить куда-либо. О, сдувалка. Отлично, ребят. Сдувалка эта штука полезная. Так, о, звездочка сюда. Ой, нет, зомбик проходит. Негодяй такой. Надо еще и на воду, ребят, кактус поставить. Вот это я не подумал. Так, ой, копатель появился. Ну, ничего страшного, копатель нам не помеха. Эх, магнитик надо было туда поставить, ребят, было бы все отлично. Но, увы. Ладно, давайте вот сюда еще мы поставим. А там у кого-то вроде прокушали. А, нет, вот сюда мы поставим еще вот эту штучку. И звездочки. Звездочки надо ставить вперед. О, хорошо. Так, делаем. Вот так мы делаем. Вот так. И вот так сюда мы ставим. Так, хорошо, брызгуны. Ну как же плохо видно. Как я не люблю такие темные уровни. Зачем они так сделали? Пауза какая-то, ребята. Нечаянно нажал на паузу. Я так уже вслепую, конечно, ставлю все эти растения. Ничего не видно мне. Эх, ну да ладно. Ой. Вот он, Йети, ребята, вы видели? Смотрите, вот он тут. Ой, какой красивый, белоснежный. Надо его уничтожать поскорее. А то он нам все тут сейчас разрушит. Так, все, ребят, смотрите, Йети уничтожили. Раз, два, три, четыре. Четыре алмаза, ребята. Ху-ху, вот это очень много. Я не ожидал столько. Фух, наконец-то мы его увидели, ребят. Наконец-то он добавлен в наш альманах. Все, теперь мы видели в этой жизни все. Можно так теперь говорить. Так, ну, нам еще нужна кувшиночка, чтобы доставить тут. Эх, не получится, наверное. Ну да ладно, давайте сюда кактусы. Эх, так, звездочек у нас уже очень много. Так, и еще звездочка. Ну, давайте вот сюда ее поставим. Немножко хаотично я ставлю. Конечно, хотелось бы покрасивее все здесь выставить, но, увы, не получается, потому что... Эх, ну потому что вы сами видите, тут какой-то хаос творится и постоянно мигает молния. Ну, я так понимаю, это совсем наступила темная ночь, гроза, и мы можем увидеть что-то только когда молния блистает. Да, к сожалению, так, но мы справляемся, ребят, мы справляемся, тем не менее. Я уже не знаю, что куда ставить, я уже так наугад ставлю все, честно говоря. Давайте магнитики повыставляем сюда, брызгунов кучу сейчас выставим, еще больше магнитиков, много магнитиков не бывает.
Так, вот тут я ставлю с краю место для сдувателей. Хотя они, в принципе, мне тоже особо не нужны, поскольку у меня есть мои драгоценные... Так, а куда мне... Вот сюда поставим звездочку. Как у меня есть кактусы. Тут в два ряда их практически я поставил. Так, и сюда мы тоже поставим. Ну, в общем-то, ребят, вот такой вот уровень у нас. Вот такой вот уровень. В принципе, все отлично происходит, пока волноваться нечем. Так, так, так. Ой, что-то тут уничтожили у меня. Негодяи такие. Надо периодически сдувалки, наверное, ставить, потому что кто знает, что может случиться. Я могу не заметить просто, где-то может, скажем так, один зомбик пролететь. Мы ему не должны позволить этого сделать. Вроде, ой, я прям на угад так хорошо ставлю. Прям чувствую, куда мне нужно тыкнуть. Так, 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 хорошо, как у нас все выходит, выходит, хорошо, хорошо, выходит все. Давайте тыкву еще куда-то, вот сюда тыкву поставим. Отличненько, отличненько. Слушай, ребят, следующие уровни, я так понимаю, будут на крыше уже. Обязательным уровнем будет у нас крыша, и мы в последний раз сразимся с мегамозгом. Как там босс называется? Зомбобоссом. Ладно, буду уже ставить вот так просто хаотично звездочки, вообще все буду выставлять здесь. Во, последняя волна приближается. Посмотрим, что нам от нее ожидать. Думаю, мы победим всех зомби, как обычно, в общем-то. Так, так, давайте сдувательку. Сдувалку мне некуда поставить, просто ее уже. О, сюда надо поставить. Сдуем всех зомби лишних. Так, 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 давайте, давайте. Ой, хаос какой-то творится, просто невероятный хаос. Ну, даже если мы, в принципе, одну линию потеряем, то ничего страшного не будет, поскольку у нас еще куча-куча растений есть в запасе. И, о, все, ребята, фух, победа, 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 победа. Так, 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 так. Все, ребята, да, крыша. Мы забрались на крышу. Отлично. Я хочу купить 11 место. Оно стоит 80 тысяч долларов. У меня, к сожалению, нет таких денег, но я знаю, где их взять. У меня есть целый задзен, который, в принципе, мне уже не нужен, потому что я уже купил все, что необходимо мне было. Поэтому я некоторые растения продам. Наверное, я продам все. И таким самым заработаю себе денежек на последнее место. Ну, не знаю, может, там еще можно 12-е вроде, или нельзя, я вот точно не знаю. Ну, мне, если что, вроде должно хватить и на 12-е. Что ж, сейчас я вернусь, когда все это сделаю. Так, ребята, все, распродал я наш садзен, ничего у нас не осталось. Но если что, можно будет купить еще в случае чего. Так, что мне тут не хватает, ребята? Не хватало мне 11-го места. Что? Я понял. Ха, странно, 11 место нельзя купить. А почему? А почему его нельзя купить? Странно. Ребят, напишите обязательно в комментариях, почему нельзя купить 11 место. Это все уже максимум 10 или что? Тогда почему здесь есть цена на него, и она вообще как будто продается? Странно. Ну ладно, давайте я тогда понакупляю этих удобрений для нашего мудрого дерева. Чуть позже, видите, тут уже тоже потолок. Чуть позже я наше мудрое дерево, скажем так, выращу полностью. Думаю, у меня как раз хватит на это денег. Ну, а пока, ребята, в приключения отправимся на крышу, на нашу родную крышу. Посмотрим, что нас там ожидает. Ну, в принципе, ребят, мы увидели в прошлой серии Йетти. Напоминаю вам об этом. Очень классная была серия. Мы там ночью сражались. Так, что нам тут нужно ожидать? Так, двойные стенорехи нам нужны? Нет, думаю. Кукурузку, думаю, возьму. Качана пульту, думаю, брать не буду. Сразу возьму. Хотя. Да, сразу возьму арбуз. Где тут наш арбуз? О, трехстрелечек можно взять. Не, ладно, трехстрелечек не буду пока брать. Возьму арбуз, качана пульту. Подсолнухи двойные и всякие такие. Ну, поскольку нам тут зернышко дали, можно что-то из грибов, бум-гриб какой-нибудь взять, допустим. Ну и, конечно же, горшочек, куда же без него. Так, ну что ж, ребята, поехали, поехали, сажаем. Грабельки есть, все, в принципе, есть. На старт, внимание, ребята, и сажаем, сажаем, сажаем. Так,
Так, ну что ж, ребята, у нас тут подходит уровень, в принципе, к своему концу. Зомби у нас тут немножечко прокушали одну линию, ну, да ничего, ничего страшного. С ними, как говорится, безумный Дэйв. Тем временем, у нас тут что происходит? У нас тут происходит почти два рядачечка арбузиков, которые не дают ни единому зомбику даже близко подойти, даже на метр к нашим позициям. Так, приближается большая волна, большая, огромная волна. Так, 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 высаживаем растенеца мы. Так, так, ох ты, пришел к нам тут негодяи какие, смотрите, но мы их сразу же откинули, потому что нефиг на наших позициях тут зависать. Так, давайте мы уже быстренько этот уровень завершим, завершим, я уж хочу с боссом подраться, ребята. Прям не терпится мне, не терпится очень мне с боссом. Так, есть, ребята, есть мешочек с золотом у нас в кармашке. Так, крыша фоловеса. Так, а что нам здесь? Так, выбрать. А здесь опять эти прыгну. Ну, смотрите, у нас тут, в принципе, неплохой такой выбор, поэтому сразу берем горшочек, горшочек. Берем, наверное, тыковку. Где наша тыковка здесь? Ну и все остальное там по порядку. Арбузики, там вот это и вот это. В принципе, да, нормально будет. Думаю, справимся мы. Сейчас быстренько расстроимся и посмотрим, что нас там будет ожидать. Ребят, что же, у нас тут такой непростой уровень довольно-таки попался. Ну, как-то с непривычки на крыше. Мне здесь, я уже не помню, какие мне здесь растения брать точно. Ну, я взял те, что мне дал безумный Дэйв, разумеется, и вот, вот такое вот что-то построил. В принципе, зомби не проходят особо так. На некоторых линиях только есть какие-то эксцессы, ну, ситуации необычные. А так вроде все в порядке. Так, я вот тут рядочек, я акцент, видите, на верхней сделал линии. В принципе, без арбузиков даже еще начал делать все. Арбузик бы надо один поставить где-нибудь в центре, может где-то, чтобы он сразу по всем работал. А вообще два арбузика поставить и будет нормально, мне кажется. Так, ну и конечно же одеть наших зубастиков в одежку. Тут что-то они голенькие стоят, без тыквочек, скажем так. И так им будет более уютно. Горшочки тут надо доставить, недостающие. И вот поодевать наших зубастиков. В принципе, уровень здесь легонький, легонький и ненапряжный. Ну, мне уж не терпится с зомбосиком встретиться. Ух, мне не терпится. Ну ладно, ребята, продолжаем. Так, ребята, а мне вот тут интересно, я же поставил сюда ледяные грохострелы и взял еще с собой плюс ледяной арбуз. А что будет, когда я сделаю их вместе? Допустим, смотрите, вот этот зомби идет с такой скоростью, да? Ставим еще ледяной арбуз. Так, идет ли он медленнее еще или нет? Ну, даже не знаю, эффект есть от этого или нету. Ребят, напишите в комментариях, есть эффект от, скажем так, ну, двойного замораживания, ну, получается, ледяной арбузик и ледяной грохострел. Есть от этого смысл или нет? Мне будет очень интересно, потому что я как-то, честно говоря, ну, вроде так же он идет, нисколько не медленнее, как по мне. Ну, не знаю, ребят, напишите, может он все-таки чуточку, но идет быстрее, возможно, очень медленнее. Но мне кажется, что все-таки нет. Но обязательно напишите в этом комментарии, будет интересно узнать. Так, зомби у нас подбираются все ближе и ближе, все ближе и ближе. Наступает наш час. Но наш час не наступит, потому что мы отобьемся от всех зомбачков. Так, нацелились тут некоторые негодяйские зомби на наши запасы, кукурузные запасы. Ну, сейчас надо их отбивать, наши запасы. Так, ну, в принципе, отбили, можно сказать. Так, еще давайте ледяной арбузик поставим. Арбузик салатки на персик. Так, 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 так. Давайте что еще? Арбузики доставим. Ну, в принципе, уровень легкий, особо интересно тут ничего нет, поэтому я немножко еще ускорю.
Вот она самая большая волна в этом уровне. И остается только просто наблюдать, получить удовольствие от того, как зомби сдаются. Так, вот здесь у нас небольшая помеха произошла. Ну, в принципе, зомби с ведром тут долго не протянет, поскольку здесь есть зубастик, ребят, которого я сейчас сюда поставлю. Хам, и все, скушал он все. Мы получаем свои денежки, и, в принципе, на этом можно серию заканчивать. Так, третий уровень. А что у нас будет в третьем уровне? Зомби с этой стремяночкой. Ну ладно, ребят, что ж. Если вам понравилось это видео, то обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. С вами был Флавиус, Адиос Амигос.